Соревнования будут проходить 13 и 14 октября. В первый день в спортивном зале ПСМО-8 состоится открытая тренировка среди детей в возрасте от 8 до 11 лет. 14 октября на сцене Дома культуры состоятся бои в рамках районного чемпионата и первенства по кёкушинкай-карате. Напомню, традиционно соревнования в Хасанском районе собирают на татами более сотни сильнейших спортсменов края. Болельщиков ждут яркие и зрелищные бои. Вход на соревнования свободный.